Кандастар, вернувшийся на историческую родину из Китая, своими глазами видит, какие плоды приносит республиканская программа «Еңбек». О предпринимателе, нашедшем себя в районе Акулы, наш следующий материал. Самет Леубердеулы переехал в район Акулы в прошлом году. Освоив секреты массажа, он сразу обратился в центр занятости. После непродолжительного обучения он теперь оказывает населению различные медицинские услуги. Мне раньше казалось, что массаж – это странное удовольствие, то есть расслабление от прикосновения к телу. Однако, если обратиться к нашей древней казахской медицине, в традиционной медицине был массаж путем пропаривания. Однако он не оказывает вредного воздействия на здоровье человека. Самет Леубердеулы своими старинными методами массажа заботится о здоровье жителей села Бескарагай. В дальнейшем предприниматель намерен расширять спектр услуг и предоставлять полезные услуги в регионе. Сабин Рахимбай, Саният Тимирхан, Азбек Смагулов, Ертыс Ахпарат из района Акулы.